Добрый, наверное, уже вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на стадионе «Спартаковец» имени Николая Старостина, где сегодня сойдутся команды «Родина» ММ и команда «Зеленоград». И какой опаснейший момент! На первой же минуте встречи номер 9 Сергей Павлов открывает счет. Ничего себе! Перспективнейшая атака была сейчас у Родины. И на самом деле успел я услышать. Сразу два футболиста Родины сейчас пытаются отнять мяч у Бондаренко. Но Бондаренко справляется с этим прессингом. От греха подальше переводит атаку. Зеленоградцы на левый фланг, навес и головой удар, вот это да, это просто подарок сейчас Степану Степанову. С линии вратарской в упор он мог расстреливать Демина, но здесь в этой ситуации пожалел. Борьба в центре, Кудрявцев забирает мяч для своей команды, Артем Аверьянов, капитан справа. Хорошее движение, Аверьянов показывается, смотрите, смещается к центру Аверьянов и передачу точную дает. Вроде бы потерял девятый номер. Мяч подставляет клюшку буквальным образом Артем Кудрявцев. Вот это офсайд. Артем Аверьянов 60% взятие ворот, пусть и отмененного сейчас. Прошу прощения, Игорь Корнеев. И навес, обработка есть, удар по воротам, гол. Сравнивает на 45-й минуте Зеленоград счет. На чужую половину поля Зеленоград медленно, но верно. И упорно при этом шел. А вот его партнер уже ошибается. И классная может получиться атака у команды «Родина». Выход один на один. Перебрасывает голкипера. 14-й номер. Гол! Наиль Арифуллин. 14-й номер «Родины» просто обязан был сейчас забивать. Так мало моментов у хозяйской команды. Буквально один или два. Ну и в том числе еще и за счет индивидуальных действий, которых... так не хватало, как мне кажется, весь этот игровой час в составе «Родины» показал сейчас свою мощь, свой дриблинг Сергей Павлов. И удар по воротам! Смотрите, какая красота! Классный навес, классный гол. И Зеленоград достаточно быстро, спустя сколько минут? 6, наверное. Ну а Павлов и Арифуллин по своему слову сказали, ничего себе, дубль меньше, чем за минуту. Вот это мертвый пятачок вообще абсолютно для всех защитников «Родины», и в том числе и для голкипера среди команд. Ну, слово «команда» все-таки входит в аббревиатуру, поэтому не будем его дублировать среди ЛФК. И что же здесь? Гудаев, Гудаев, гол! Не было атаки на вратаря или была? Да, сначала на центр. Вместо... сейчас узнаем, вместо кого. Футболист, покинувший площадку сейчас, но только-только обогнул ворота. Ну и Данил Древнов. Еще один футболист. Прямой, смотрите-ка. Удар со штрафного в исполнении Зеленограда. И Гудаев, свой гол Гудаев забивает. Первый. Ну, как говорится, от судьбы не уйдешь, дорогие друзья. И смотрите, в каком классном... кругу сейчас собрался Зеленоград, так рассыпался он, как... И смотрите, какая шикарная возможность сделать счет разгромным! Клюев! Клюев, удар в штангу, попадает девятый номер Зеленограда! Мне уже казалось, что мяч залетает практически в ворота! Ну и спасает! Вот разгрома, каркас родных ворот, Родину! На таком, такой мажорный для Зеленограда и минорный для хозяев. Но те и заканчивается матч между «Родиной» и «Зеленоградом». 2-4. Классный второй тайм показали команды. Выдали нам целых 4 забитых мяча, супротив 2 в тайме первом.